Здравствуйте, меня зовут Светлана Алексеева, и сегодня я рада вас приветствовать на сессии, посвященной пиару и маркетингу, и тенденциям, и кейсам. Давайте я сама представлюсь и представлю уважаемых участников этой беседы. Как я уже сказала, меня зовут Светлана Алексеева, я основательница пиар-агентства FFLD. Мы уже больше 7 лет помогаем российским брендам выстраивать эффективные пиар-коммуникации. Также вместе со мной на этой сцене Елена Иванова, руководитель коммуникационного маркетинга Белью. Добрый день, очень приятно всем познакомиться. Ольга Демидова, директор департамента по связям с общественностью компании «Снежная королева». Ольга работает уже более 15 лет в этой компании. Катерина Дивеева, Fashion Consulting Group, эксперт по диджитал-маркетингу, руководитель программ по развитию коммуникации в социальных сетях и в социальных сетях. Добрый день. И Анна Дубровина, бренд-директор Fashion Factory School и экс-пиар-директор ЦУМа, бренд и маркетинг-директор Пангая в России и ранее директор по коммуникациям Louis Vuitton в Восточной Европе. Здравствуйте, очень приятно. Задача этой сессии – поговорить о том, какие изменения произошли в пиар и маркетинговых коммуникациях брендов в течение минувшего года, который, конечно же, очень много поменял и в нашей жизни, и в российском фэшн-бизнесе. И я бы хотела начать с самого главного, с того, как поменялись ключевые сообщения в пиар-коммуникации брендов. Как поменялись смыслы, акценты и формулировки коммуникации с аудиторией. И, может быть, что-то появилось кардинально новое, от чего-то пришлось совсем отказаться. И я бы хотела в первую очередь адресовать этот вопрос Ольге Демидовой, потому что Ольга, как я уже сказала, работает в компании «Снежная королева» больше 15 лет, отвечает за коммуникации, и она может сравнить, как менялись коммуникации в течение такого длительного времени и что произошло в последнее время. Добрый день, рада всех приветствовать. Действительно, ну, не то чтобы супер оригинальную мысль, в очень интересное время живем, и действительно изменения происходят очень динамично. Если раньше мы говорили прежде всего о красоте, о моде и просто в вегетарианские времена радовались жизни и придумывали просто интересные какие-то образы и какие-то интересные спецпроекты, то сейчас, конечно, бренд и, по моему мнению, любой бренд и, соответственно, owned media бренда уже являются и хочется бренду быть определенной точкой опоры для своего потребителя. Почему? Потому что в турбулентные времена, конечно же, люди по-разному переносят все изменения, которые их в той или иной степени касаются. И хочется, нам самим, наверное, всем хочется, чтобы были какие-то стабильные точки опоры, да, на которые можно рассчитывать. И, собственно говоря, мы считаем, что мы просто должны для наших покупателей быть одной из таких точек опоры. Вот. Поэтому, конечно же, вся коммуникация у нас абсолютно вне повестки. Мы продолжаем говорить о прекрасном. Но если раньше, как я уже сказала, мы больше рассказывали про тренды, то сейчас, наверное, мы больше говорим о том, что мы делаем, как мы делаем. Рассказываем о том, что мы российский бренд, подчеркиваем свою экспертизу, говорим о том, что это тоже про точку опоры, соответственно, что волноваться совершенно не стоит, что мы все решим, все сделаем, и никто без привычного шопинг-листа не останется, конечно же. Вот, поэтому, на самом деле, это правда очень интересно с точки зрения просто личного роста, потому что, попадая в такие обстоятельства, в которых мы находимся, мы, конечно же, хочешь не хочешь, а задумываемся о серьезных вещах,
И, конечно же, стараемся транслировать это и, ну, как-то помогать людям справляться с теми обстоятельствами, в которых они находятся. Ну, вот, наверное, так пока. Поддерживаю тебя как эксперт в пиаре. А, Катерина, может быть, вы хотите что-то добавить? Вот с вашей точки зрения, какие тренды вы бы отметили? Да, конечно. Большое спасибо. Я абсолютно полностью поддержу Ольгу. И, наверное, в дополнение к тому, что было сказано до меня, ну, обращу внимание, что сегодня хочет наш пользователь. Да? Пользователь, клиент, подписчик, покупатель, потребитель. Он хочет абстрагироваться от военно-политической новостной повестки. Да? Ну, как бы мы не уезжали, не делали вид, что этого нет, это все равно в нашей жизни есть, этим заполнены все социальные сети, сайты, поисковики и так далее. И действительно, бренды сегодня становятся вот тем местом, куда люди приходят для того, чтобы получить заботу, доверие, безопасность, позитив. И действительно, контент становится более эмоциональным, более доверительным. Очень многие владельцы брендов стали вести свои личные каналы, рассказывать о себе, о своем бизнесе, об изнанке бизнеса. Да? Очень многие бренды стали вести целые рубрики, посвященные не только действительно трендам, но и рассказу о команде, рассказу о том, что происходит внутри. Очень много различных образовательных даже, да, проектов ведут модные бренды, таким образом создавая вот как раз вот это доверие и вот эту эмоциональную привязку между покупателем и брендом. И это, кстати, один из трендов 2023 года, да, то есть мы... Если во время пандемии мы говорили о том, что брендам наоборот стоит говорить о том, что происходит, да, и многие бренды включились даже в это, делали специальные коллекции, кто-то выпускал маски, очень много говорили о здоровье, то сейчас наоборот мы уходим в какую-то такую эмоциональную составляющую, больше говорим о себе, о позитиве, о жизни, о моменте сейчас, это такой прямо вот... И это началось в 2022 году и будет продолжаться в 2023 году. Такая очень мощная тенденция. Ну, спасибо большое. Что произошло? Как трансформировались те тренды, с которыми мы работали до этого? Например, экологическая повестка. Да, она в последнее время была очень важна. Вот как сейчас бренды с ней работают? Елена, скажите нам. Классный вопрос. Я присоединяюсь к коллегам. Мы также поддерживаем открытую коммуникацию. Мы изначально с этого, так скажем, и начинали. Мы активно взаимодействуем с нашей аудиторией и забираем обратную связь. Мы показываем наши внутренние процессы и очень близки с аудиторией, потому что наш продукт, нижнее белье, это вообще самое близкое, что можно себе представить. Поэтому мы поддерживаем все эти веяния и течения. А экологическая повестка тоже близка нашему бренду. Мы активно внедряем, перерабатываем упаковку, многоразовую упаковку. Мы сотрудничаем с фабриками, которые соответствуют международным стандартам. Они используют инновационные технологии по окрашиванию ткани, которые позволяют экономить воду. И мы в стадии разработки коллекций из перерабатываемых тканей. То есть нам эта повестка очень близка, и мы идем в этом направлении. Не оставляем. Спасибо большое. А другие тренды, например, бодипозитив, да, вот какая-то такая история. Вы как бренд нижнего белья, вы каким-то образом работаете в любом случае с этой историей. Можете об этом тоже рассказать, пожалуйста? Да, это тоже вектор развития нашего бренда на этот год. Плюс сайз. Мы уже внедрили продукт и размерную сетку от L размера до 4XL. И большой рекламной кампании в этой повестке была наша коллекция Invisible, новое бесшовное, легчайшее белье по технологии Laser Cut сделано. Мы снимали ее с плюс-сайз моделью Инарой и получили хороший отклик от нашей аудитории. И, в принципе, мы
весь год планируем этим заниматься и дальше тоже поддерживать этот тренд на любую форму. Нам это близко. Это очень интересно на самом деле. А как ваша аудитория реагирует на это? Очень классно, кстати, реагируют. Мы помимо рекламных кампаний с Plus Size мы интегрируем это в наш повседневный контент. Мы берем модели с формами и видим отклики, что все пишут, как классно, спасибо, вы показываете нас. То есть мы не уходим в гипертрофированные такие, да, формы, а все-таки ну, такой полноценный 46-й размер, 48-й. И очень тепло отзывается аудитория, им это интересно. А фото сильно ретушируете? В принципе, можно посмотреть весь наш контент. Мы стараемся, ну, минимально, да, то есть какие-то огрехи на фотографиях, где-то, может, замялась одежда, какие-то волосы не так лежат, но в основном мы оставляем какие-то, ну, условно, целлюлит и те формы, которые есть у модели, то есть гусиную лапку. То есть, в принципе, можете посмотреть наш сайт, соцсети, вы увидите, что мы здесь стараемся максимально быть приближенными к реальности. Ну, мне тоже кажется, что это очень важно. Это такая определенная честность бренда с аудиторией. Может быть, кто-то хочет добавить? Я единственное, что обратила бы внимание, что все-таки надо отталкиваться от ЦА, да, от ее готовности вообще разговаривать на таком языке, потому что я общаюсь вот с региональными брендами. Иногда представители говорят о том, что не готова аудитория вообще, да, там, к какому-то бодипозитиву или к инклюзивности. То есть вот здесь очень важно все-таки смотреть на ЦА, на ее потребности и на ее готовность говорить на этом языке. Если ЦА не готова, не надо гнаться за трендами, да, безусловно, и лучше говорить то, о чем готова говорить ЦА. Хочет о красоте – говорите о красоте, да, показывайте вот красивых моделей, если у вас это работает. Потому что все-таки, конечно, наша основная задача – продавать, поэтому здесь очень важно вот знать точно свою ЦА и знать, к чему она готова. Вот у Белью, например, да, у вас очень продвинутая аудитория, она действительно готова сейчас говорить и про экологичность, и про перерабатываем материал. У меня есть знакомые, которые вообще, наоборот, даже хотят купить что-то из перерабатываем, да, то есть с гордостью носят это. Кто-то пока не готов, да, поэтому вот здесь тоже такой тонкий момент, что нужно обязательно щупать вот интересы аудитории. Как действительно вот, да, коллеги говорят о том, что такая тонкая грань, да, здесь очень важно не переусердствовать и не как сказать, отпугнуть, да, вот какими-то слишком яркими картинками. Я уверена, что эти тренды до нас дойдут обязательно, просто нам нужно чуть больше времени. Вот и все. Спасибо большое. Оля хотела добавить. Да, я бы добавила, абсолютно согласна с коллегами, однако все-таки считаю, что бренды, поскольку, в принципе, бренды, наверное, и owned media брендов можно тоже уже абсолютно полноценно считать медиа, могут, скажем так, себе позволить нести некую образовательную там, да, нагрузку, то есть, ну, добавлять свой контент. То есть понятно, что, ну, просто развлекаться самим не очень интересно. То есть можно там похохотать первый и второй год, пока ты работаешь с брендом. Когда ты уже начинаешь, ну, работаешь достаточно много лет и, в общем, сам взрослеешь потихонечку, уже хочется раскрывать какие-то более глубокие смыслы. И я согласна абсолютно, что, конечно же, нужно учитывать интересы, потребности аудитории. Я, в общем-то, наверное, счастлива, что наш российский покупатель все-таки ценит эстетику. И коллеги даже, ну, как бы вот создавая рекламные кампании, скажем так, в актуальную повестку, тем не менее не забывают об этой немаловажной составляющей. Потому что мы видели много примеров, конечно же, довольно таких, скажем, неоднозначных визуальных решений, визуальных концепций разных европейских брендов, когда они действительно... То есть, на самом деле, сейчас я так издалека совсем захожу, но если коротко, то очень много двойных стандартов просто в любой актуальной повестке. Мы, как «Снежная королева», конечно, с этим сталкиваемся постоянно. Это речь про
якобы эко-повестку, которая навязывает тонны и тонны шуб из синтетики, неперерабатываемой абсолютно. Какое это отношение имеет к экологии, мне искренне непонятно. Однако это все идет под модным лозунгом заботы там, о планете. Каким образом заботятся о планете люди, которые предлагают завалить ее тоннами неперерабатываемой синтетики, мне не очень понятно. Однако это существует. То же самое любой актуальной темы касается, конечно же. Вот, безусловно, мы вот эту вот разъяснительную работу все-таки ведем. Мы очень хотим, чтобы наши покупатели понимали разницу и думали, ну, то есть как бы старались анализировать всю информацию, которую они получают. Вообще это довольно-таки полезный навык, не только в контексте приобретения шубы, но и, в принципе, для жизни, я считаю. Вот. И, конечно, мы как бы вступаем в диалог с нашей аудиторией, объясняем, что, наверное, не все так просто, как кажется иногда. Иногда стоит чуть-чуть призадуматься и понять, что то, что вам в какой-то момент могут назвать злом, совсем этим злом не является, и наоборот. Да? Вот. Что касается экологической повестки, тем не менее, мы тоже внимательно следим за этим направлением. Со своей стороны компания организовала уже там кучу всевозможных проектов, связанных с отправкой там переработанных, ну, вы понимаете, какие-то объемы, да, то есть все-таки поставок, объемы товара колоссальные, все это сопровождается определенной упаковкой, именно такой технической, которая там это и металл, и пластик, там, и полиэтилен, огромные там сотни тонн. Все это мы отдаем на переработку. У нас офис весь приучен стаканчики раскладывать в отдельные там дырочки в специальных урнах. Батарейки мы собираем, все это делаем. А для наших потребителей мы сделали очень классную, на мой взгляд, в этом году коллекцию с LaModa. Совместный проект LaModa Planet. У них есть такой собственный проект. И мы в том числе сделали с ними очень классную экологическую капсулу, в которую вошли пуховики, которые были созданы полностью из переработанного пластика. Очень, кстати говоря, крутые, теплые, легкие, и вообще никогда в жизни не подумаешь, что это была какая-то там пластиковая бутылка, и это очень приятно. Что-то я еще хотела сказать, но, по-моему, достаточно. Да, Оль, спасибо большое. Это правда с LaModa, я считаю, что это очень, очень крутой кейс. Можно я в дополнение вот еще скажу по поводу экологических различных акций, да, там, мероприятий. Вот очень здорово, что Ольга рассказала о том, что вы образовываете вашу аудиторию, разговариваете. Больная тема. Да, это очень здорово, потому что очень часто то, что вот мы замечаем, с чем работаем, то, что бренд говорит, мы стали экологичные, мы собрали 5 тонн одежды, мы отдали, ну и вот рядовому покупателю, и... Ну, вы собрали, ну окей, мне что с этого, да? То есть очень важно с покупателем разговаривать, да? Куда пошли эти вещи, да? Что с ними дальше произошло? Как вы стали вкладом в окружающую природу? Может быть, то есть покупатель должен четко видеть свое участие в этой экологической повестке, да? То есть стать частью этого. Потому что редко бренды об этом рассказывают, редко показывают, что произошло дальше с этими вещами. И у покупателя просто снижается интерес. Ну, вы собираете, окей, ну вы молодцы, а я-то здесь при чем? Да, и вот очень важно рассказывать, показывать, давать какие-то бонусы за участие, показывать, как вам, если вы собираете вещи в магазинах, показывать этих посетителей, покупателей, которые приносят эти изделия. Может быть, давать какую-то благодарность, да, там, купон на скидочку, еще что-то. Отмечать тех, кто... Я знаю, некоторые бренды прям показывают своих покупателей, что вот они там принесли 10 килограмм одежды. И люди видят, что они тоже часть вот этого механизма, им интересно, они понимают, что они внесли свой вклад, и это, конечно, усиливает и лояльность к бренду, и охваты, что уж говорить, в разных да, каналах коммуникации. То есть вот очень важно вовлекать, образовывать покупателей и... Ну, вашего бренда. И, конечно, вот действительно поддерживаю вот эта акция с LaModa, очень здорово. И это и красиво получилось, и видно результат. Ну, прям вот просто отлично, замечательно. А можно я тут добавлю, да, так как мы как раз занимаемся бизнес-образованием, и очень видно, скажем так, те запросы, с которыми приходят молодые предприниматели, либо, соответственно, там люди, которые хотят получить профессии в области моды.
И, по крайней мере, вот у нас, как раз возвращаясь к самому первому вопросу, наверное, действительно не произошло никакой кардинальной корректировки месседжа, потому что мы, в общем, как 10 лет говорили про то, что сейчас нужно заниматься созданием фэшн-бренда. Но когда, как не в прошлом году, он, в общем, зазвучал абсолютно ярко, и действительно появилось очень много возможностей, очень много там ниш, да, обнаружилось на рынке, куда стало понятно, что имеет смысл зайти и сделать бренд сейчас. Но вот как раз возвращаясь к эко-повестке, скажу честно, что мы сейчас не видим какого-то экстра интереса, да, с молодых предпринимателей. У меня есть какая-то внутренняя гипотеза, что, возможно, ну, мы сейчас так погружены в какие-то вселенские вопросы вообще добра, зла и бытия, что как будто бы вот такое есть некое, я бы не сказала, что разочарование, но, скажем так, такой вопрос, да, что типа, а вот как бы имеет сейчас смысл там рассортировать стаканчики, да, когда вот параллельно слушаем какие-то основополагающие там послания и вообще думаем, как, в каком мире мы завтра будем жить. Но так как у меня лично тоже есть опыт работы, да, в бренде Панга, и я погружена тоже в эту тему, мне кажется, что тут было бы классно, может быть, опять же, со стороны таких крупных брендов, у которых уже есть кейсы, может быть, уже начать транслировать какую-то идею некого такого, ну, менторства или комьюнити, или сообщества, да, чтобы, например, молодым ребятам или молодым предпринимателям, ну, они, может быть, чувствовали какое-то такое большое плечо, либо зонтик, да, и знали, что они, например, там, вот этот бренд абсолютно раскачивает и качает эту адженду, и это очень классно, и они понимают там, что, например, там есть возможность получить ответы на какие-то свои вопросы и почувствовать вот такую поддержку от крупных брендов. Мне кажется, что это было бы здорово и, возможно, послужило бы таким дополнительным толчком для совсем молодых брендов. Потому что я согласна, здесь есть огромная-огромная опасность в этот совершенно гринвошинг упасть и, в общем, начать закупать упаковки из крафта и, в общем, сразу для себя поставить галочку, что все, мы как бы эко-френдли и отлично, и дальше, в общем, продолжать жить, как жили, и работать, как работали. Но действительно все такие тектонические сдвиги, они, к сожалению, затрагивают в том числе и переход на более дорогие материалы, на более прозрачные цепочки поставок. И это, а, деньги, б, это очень важна экспертиза, да, и, в общем, мы, опять же, у нас под эгидой школы, если у вас будут какие-то идеи, как можно этот опыт, допустим, не знаю, масштабировать или просто делиться с ними, очень готовы пообщаться по какому-то перезапуску нашего курса «Создай свой эко-бренд», который у нас есть, но вот сейчас, я говорю, мы заметили, что он не в лидерах по интересу, так что готовы подключаться. Анна, спасибо большое за бизнес и пиар-идеи, это очень круто. Ну, а мне кажется, что эко-повестка, она вот как будто бы сейчас ушла на второй план, действительно, да, но с другой стороны, это тоже про ту же самую точку опоры, да, что ты как будто вот ты раньше это делал, заботился о себе и о планете, и ты продолжаешь это делать, да, и в этом находишь какую-то стабильность внутреннюю. Наверное, с этой точки зрения тоже можно посмотреть на этот вопрос. Ну, просто бегать и кричать про зеленую повестку можно в вегетарианские времена. Пирамиду Маслоу никто не отменял. Когда на первый план выходят вопросы банального, там, ну, для, ну, условно говоря, психологического здоровья, ну, тире выживания, на мой взгляд, да, там, конечно, акценты и внимание смещаются. С другой стороны, я думаю, конечно же, правильно, но что бренды все-таки, скажем так, не задвигают этот вопрос, потому что, да, Света, ты правильно совершенно сказала, ну, условно говоря, обстоятельства могут меняться, но как бы планета-то у нас новая точно не появится, поэтому, наверное, все-таки раз уж мы об этом когда-то начали говорить и уже в курсе того, что происходит, имеет смысл это продолжать. Спасибо, Оля, спасибо за резюмирование. Давайте перейдем уже к следующему пункту. Очень хочется поговорить про медиа-ландшафт, да, с которым мы как пиарщики все работаем тоже в том числе. И он очень сильно изменился за минувший год. Да. К сожалению, у нас прекратили работу в России ведущие мировые издательские дома. У нас сократился список. Просто сократился список СМИ, с которыми мы можем работать. Да, ушли в том числе некие бренды, медиабренды, которые были ориентирами, да, для многих брендов, для многих фэшн-брендов. То есть для, ну, я думаю, что я не открою какой-то секрет, если скажу, что для многих молодых, особенно российских брендов, было таким показателем их успеха, если они оказывались в Vogue. Да? Вот как бы что теперь становится таким
не знаю, показателем успеха, показателем правильности выбранного пути, правильности выбранной коммуникации. Вообще, с какими вы сейчас работаете медиа и на чем акцент делаете? Но в конечном итоге главным показателем являются коммерческие показатели бренда. А как бы стоишь ты в ВОК или стоишь где-нибудь еще на Красной площади, по большому счету это, ну, принципиально не влияет. Ну, конечно же, работает на узнаваемость. С точки зрения изменения медиаландшафта, безусловно, ну, это просто развитие. Я все-таки предпочитаю к этому относиться как к определенному... Ну, просто развитие. В любом случае, глянец в том виде, в котором мы его помним там 10 лет назад, а если говорить о том, чтобы, ну, скажем так, исследовательская роль глянца, она вообще уже, ну, сколько лет назад, по большому счету, закончилась, если быть откровенным, если не, ну, не воспринимать глянец как обслуживающий. Обожаю глянец. И до сих пор храню бережно всякие замечательные номера, потрясающие моих любимых изданий. Но, тем не менее, как бы все очень сильно трансформировалось за последние годы. И действительно, диджитал очень сильно подкосил. То есть даже не текущие обстоятельства, в общем, определили. Они просто явились неким катализатором, мне кажется, того процесса, который так или иначе уже происходил. И мы не знаем, вполне возможно, еще там любимые бренды вернутся. Мы же, в конце концов, тут умирать не собираемся. Еще много времени впереди, все меняется. Вот. А в любом случае перетекание внимания аудитории в онлайн происходило очень бодрыми темпами. Просто сейчас оно туда перетекло более основательно. И, ну, в любом случае есть инструменты. И опять же, будем надеяться, что благодаря тому, что так все быстро, часто меняется, по крайней мере, Альцгеймер не грозит тем людям, которые в маркетинге работают, потому что новые нейронные связи приходится отращивать раз в полгода как минимум. Спасибо за оптимизм. Кто-нибудь хочет добавить что-нибудь? Анна, может быть, вы? Да, с удовольствием. На самом деле постоянно ведем эти все разговоры, потому что вот, ну, я лично там тоже там, в районе 15 лет работаю, как раз начинала в журналистике, в деловой прессе. И сейчас, конечно, удивительное время. Буквально недавно встречалась с админом телеграм-канала, который при этом говорит, что, ну, у нее сейчас вообще все финансовые, как бы, потребности закрыты, и по факту действительно телеграм-канал — это абсолютно такая уникальная российская специфика. И вот там с моим коллегой Сашей Перепелкиным только недавно общались, и он говорил, что я подписан везде на заграничные paywall, потому что иначе ты никак не получишь информацию, и что настолько мы здесь, скажем так, в хорошем понимании этого слова, испорчены суперкачественной и классной информацией, которая нам доступна бесплатно благодаря телеграму, что, конечно, перспективы каких-то paywall для нас еще очень отдалена. И по факту вот он тоже говорит, что мы, например, ведем трансляцию «Золотого глобуса» и понимаем, что во всем мире трансляция идет на сайте, и люди реально вот набирают ручками там www что-то там ru или com и смотрят. Я как бы не вижу сейчас вообще ни одной ситуации для себя, где я вот реально открою ноутбук или открою экран, значит, смартфона и введу туда название какого-то сайта. Да, это исключительно меня, даже уже не хочется ссылку в био никуда, значит, заходить. Я хочу просто открыть как бы телеграм и куда-то прочитать, а уж если куда-то, ну вот интересно, там гиперссылочкой, и я туда дойду. И, конечно, это, наверное... Но создает такую интересную очень экосистему, когда действительно ты в рамках телеграм-канала можешь вести на свой сайт, можешь вести на какой-то спецпроект, можешь вести на лендинг. Мы как раз в Fashion Factory тоже вот сейчас очень активно работаем с каналом Influence, и он, конечно же, с точки зрения, опять же, надо понимать, мне кажется, что всегда маркетинговый бюджет, он не меняется каким-то кардинальным или разительным образом, да, меняется внутри его структуры, куда и кому ты несешь деньги. И действительно, если там 8 лет назад у тебя основной кошелек был глянец или какая-то там печатное имиджевое размещение, потом потихонечку стало отжирать онлайн, то сейчас, конечно, этот весь, большая часть куска уходит на так называемые новые медиа и на классные интеграции, и на инфлюенс-каналы и так далее. Это все очень интересно смотреть, и, наверное,
вот мы работаем через агентство, и ежедневный разговор, который я веду, это такой вот калибраж между охватом versus image. Потому что, опять же, да, это, что классно, что все диджитал-каналы дают тебе прямой как бы сразу доступ к статистике, и есть такой соблазн пойти сразу в суперохватный канал, потому что ты сразу понимаешь, окей, это значит, у меня такой-то охват, такая-то конверсия, столько-то там, не знаю, регистраций, покупок и так далее. Но, в общем, может быть, там мой опыт конкретно в таком тяжелом люксе меня как-то закалил, потому что я все время на это говорю свой контраргумент и говорю, что самые охватные тогда будут какие-то порно-сайты, и давайте тогда уж сразу туда пойдем и получим просто моментальные охваты. Но мы же по какой-то причине этого не делаем, да, просто, скажем так, на данный момент мы для себя все-таки вывели такую формулу, что мы выбираем самые охватные из приемлемых для нас по эстетике и по имиджу канала, да, то есть как бы все-таки первый отбор ведем, что бы то ни было, будь то телеграм-каналы или инфлюенс, это то, что нам нравится этот профиль, нам нравится этот канал, нам нравится этот админ и так далее, мы понимаем, какие-то совместные у нас есть там, транслируем ценности, и мы, да, нам нравится какая-то эмоциональная окраска, которую дает автор, и уже внутри вот этого пула приятных и приемлемых для нас каналов выбираем самые эффективные, вот как-то так для себя решили, но в общем, не могу сказать, что сейчас прям все сидят и думают, ну куда же нам потратить эти деньги, нам некуда. Денег всегда можно потратить намного больше, просто действительно все очень быстро перегруппировались. И очень хорошо, что, мне кажется, как раз многие журналисты тоже себя нашли в чем-то новом. И, слава богу, такого прям совсем отрезанных ломтей у нас на рынке, слава богу, нет. В общем, еще раз мое огромнейшее всем уважение нашей отрасли, нашему рынку, когда люди, как птица Феникс, себя могут на ходу перепридумать. И вот уже все отлично и здорово, и ты снова с людьми сотрудничаешь. Слава богу. Я вот, наверное, коллег тоже дополню о том, что первое, все нужно тестировать. То есть вообще просто тест — это наше все в 22-м, ну, начиная с 20-го года, наверное, да. Безусловно, смотреть на результат. Второе, исходить из собственных ресурсов, да, то есть нет смысла, да, там, платить какие-то бешеные деньги за крутой телеграм-канал, если ты реально понимаешь, что у тебя твои соцсети, да, например, да, или твой собственный сайт хорошо работает, да, и приносит тебе там и покупателей, и потребителей, и так далее. Вот. Ну, это вот, наверное, две такие важные вещи. То есть обязательно тестировать, потому что я знаю, что здесь есть люди из регионов, да, вот, и у них там свой глянец, свои телеграм-каналы, еще что-то. Смотрите за тем, что хорошо работает у вас. Потому что есть опыт того, что и не работают телеграм-каналы у небольших брендов, да, не выстреливают. Есть какой-то, да, там классный блогер или классный инфлюенсер или бывший редактор, а реклама не сработала. Поэтому все тестируем, смотрим, исходя из ресурсов, не тратим весь свой маркетинговый бюджет на один канал, да, какой-то, да, то есть распределяем. И дальше смотрим уже, исходя из того, что показывают жизненные реалии. Это вот, наверное, одна из таких рекомендаций. Тоже присоединюсь к коллегам. Ну, мы как самый молодой, наверное, бренд. Нам всего 3.5 года, в мае будет 4. Мы изначально начинали в диджитал. Мы никогда не были брендом, который печатается в принте. И то есть сейчас для нас это наиболее знакомый мир. Ну, присоединюсь, да, что тесты — это прям очень важно, потому что бывает классный канал, классно выглядит, но там нет нашей целевой аудитории, и вроде все сделано супер, и сообщение классное, но не покупают. И здесь, конечно, какие-то маленькие интеграции стоит делать, но не опускать руки, даже если что-то не сработало, все равно пробуйте, ищите своих, назовем так. В общем, главная стратегия 23-го года — тестируем и ищем своих. Ну, еще помимо Телеграма куча всего на самом деле осталось. Digital Media. Да, Digital Media. Есть ВКонтакте, есть, ну, можно много рассуждать, но, по сути дела, это одна из самых конверсионных площадок на данный момент. С конверсией ВКонтакте ничего не может сравниться и в этом плане. Они, конечно, большие молодцы, они сделали крутой инсташоп. И там действительно очень хорошие конверсии, хорошие результаты показывают. Вот мы планируем полноценный в
ВК-шоп сделать, соответственно, в этом году. Все тесты очень хорошо себя показали, поэтому, ну, то есть, как бы достаточно инструментов, на самом деле, для работы, для тестирования, все развивается очень быстро, стоит за этим следить, и, да, действительно, точно так же, как и с селебрити, с инфлюенсерами, там, блогеры-миллионники в свое время, все очень хотели попасть к блогеру-миллионнику, какой-нибудь постик там запилить за бешеные деньги, у блогера-миллионника за многие миллиончики, как бы, запилить постик. Но как бы конверсия, как правило, очень низкая с таких постов, потому что, во-первых, уровень доверия не очень высокий, судя по всему. Да? Ну, я не говорю, конечно, обо всех. Абсолютно каждую ситуацию имеет смысл рассматривать индивидуально. Однако совершенно точно вот наш опыт показывает, что количество подписчиков инфлюенсера никаким образом не связано с конверсионностью вообще. Можно очень хорошо все посчитать, даже целевая аудитория совпадает, месседжи совпадают, взгляды, философские взгляды совпадают, все великолепно, но конверсия ноль, просто ноль, вообще ноль, совсем. Вот, и как бы вот странно. А какие-то небольшие блогеры, инфлюенсеры, редакторы, которые, например, прекрасно сейчас себя чувствуют, развиваются, и, кстати, это тоже, наверное, один из таких, ну, не очевидных, но все-таки плюсов, потому что глянец — это же не просто глянец, глянец — это люди, а то, как люди смогли раскрыться, и какие они крутые проекты успели сделать за это короткое время, это же просто потрясающе, я за них безумно рад. Вот, в общем… И вот как раз такие интеграции, очень маленькие наноблогеры, там микроинфлюенсеры, вся вот эта вот история, которую очень часто недооценивают сначала, ну вот, ну особенно когда опыта совсем мало в этой области, всегда, конечно, хочется к миллионникам, ну пожирнее и погуще вот это вот. Нет, на самом деле нано-микро — это вообще великолепно, очень крутая конверсия от них. Здесь, да, соглашусь. Ну, разная, может быть, да, пирамида, так скажем, и пиара, и инфлюенс-маркетинга. Мы для себя в этом году еще открыли дзен блогеров. Видимо, хороший трафик и на сайт, и вообще отзывы. И, как ни странно, сайты-отзывики, там тоже есть классные блогеры, которые приводят и продажи, и конверсию. Так что тут тоже можно потестировать очень много вариантов на тему. Раз мы плавно перешли к работе с инфлюенсерами, давайте, наверное, продолжим, да, эту… Екатерина, или вы хотели что-то добавить? Да, да, я как раз вот как про блогеров-инфлюенсеров, да, хотела сказать про мой опыт, что я опять немножко позанудничаю. Очень важно исходить из ЦА, вот реально, с блогерами-инфлюенсерами, потому что иногда мы… ориентируемся на какой-то телеграм-канал, да, на какую-то популярную личность, а у нас очень традиционная или консервативная аудитория. Мы сейчас работаем с одним из таких вот брендов. Это бренд с Кавказа, очень консервативная, у них платья, костюмы. И у них, например, очень хорошо зашли активации со спортсменами, актерами, такими театральными, деятелями искусства. При этом, когда мы пробовали вот, работать с телеграм-каналами, вообще не зашло такая вот, да, такие активности. Ну, просто нет, это аудитория более, вот я еще раз говорю, традиционная, консервативная. Одно дело олимпийский спортсмен, да, в этом платье, а другое дело какая-то вот там женщина в купальнике из телеграма. Да? Ну, то есть вот очень важно, чтобы попадала под интересы, боли целевой аудитории ваш инфлюенсер. И еще что могу сказать, что вот я коллег поддержу, что тренд 2023 года — это вот действительно маленькие креаторы, маленькие наноблогеры. Еще один пример могу привести, такой региональный тоже. У бренда спрашиваю, у вас есть какие-то лояльные ваши покупатели там? Да нет, никого нет. Потом… смотрю в социальных сетях, там оперный певец выложил их в костюме, какая-то еще там жительница с 700 там, тысячами подписчиков. Я говорю, а это кто? Ой, а это наши местные, там, это вот там блогерша какая-то, это наш солист нашего большого театра местного. И когда начинаешь с ними взаимодействовать, да, даже просто их отзывы выкладывать, уже аудитория очень хорошо реагирует. То есть очень важно… не гнаться, так скажем, за московскими звездами, а вот если вы в регионе, то находить из своих региональных, да, вот так назовем их, да, там, наноблогеров, да, в кавычках, и
не стесняться вообще этого, с ними взаимодействовать. И они, кстати, очень часто лояльны. То есть там не надо даже платить каких-то больших денег или каких-то очень дорогих подарков. Эти люди сами очень лояльны к бренду. Они с удовольствием и даже там и в какой-то фотосессии примут участие и напишут отзыв искренне, который, опять же, добавит вам и лояльности, и охвата в соцсетях, да, и приведет новую аудиторию. Это вот из такого. И, ну, и как вот коллеги тоже сказали, тоже есть опыт взаимодействия с телеграм-каналами, с популярными, которые вообще не выстрелили, вообще не сработали. То есть, опять же, тесты — это тоже наше все, и включая амбассадоров. А я вот, можно, еще добавлю. Мы вот в какой-то момент поняли, что у нас просто какой-то ювелирный отбор тех же блогеров и так далее. И мне кажется, это еще тоже, возможно, специфика. По крайней мере, например, вот все-таки профессии блогер у нас вот ее в таком чистом виде очень, мне кажется, ограничена. Очень часто мы имеем виды с таким каким-то симбиозом, что это может быть лидер мнений или VIP-клиент какого-то бренда, и она же, допустим, светская дама, и заодно у нее свой телеграм-канал и Инстаграм и так далее. И на самом деле в этом плане классно, конечно. Ну, то есть это вот я сейчас для себя поняла, что в любом случае это экспертиза именно человека, кто в этом всем ориентируется, потому что, например, вот мой опыт с Пангае, как раз инфлюенс-маркетинга, да, как раз вот когда в прошлом году я уже работала с лондонским офисом, там все немного по-другому. То есть ты, в принципе, видишь, у тебя там база креаторов, у тебя их 20 миллионов, ты задаешь некие параметры, и тебе сразу там, не знаю, 5 тысяч человек, которые под твои параметры. И у этого человека, у этих людей одна профессия — блогер либо креатор. Он не выступит на каком-то, с какими-то компрометирующими заявлениями в каком-то, значит, выставке или конференции. Его не подловят папарацци где-то там на светском мероприятии, просто потому что это совершенно как бы разные люди, разные страты. У нас, мне кажется, все настолько как-то компактнее, настолько более переплетено, что бывают какие-то моменты, когда ты вроде бы, у вас чуть ли уже не подписан какой-то амбассадорский контракт, и потом хоп, и что-то пошли какие-то цитаты, извинения, что-то еще, и ты понимаешь, что все, мы пока немножечко поставим на холд, потому что непонятно, что происходит. Вот, наверное, какой-то ценность, на мой взгляд, вот как я сейчас уже оглядываясь назад, понимаю, ценность именно экспертизы в этом направлении возрастает. И я думаю, что больше и больше, наверное, in-house специалисты в этом плане будут, потому что они уже погружены и в продукт, и в этот пейзаж медийный, и могут на какие-то вещи обратить внимание, на которые, наверное, может быть, там не обратили бы внимания прям кто-то там, люди, кто просто это восприняли как некий проект и задачу. Да, поэтому, в общем, интересно посмотреть будет, как в том числе и профессия инфлюенс-маркетолога у нас будет в этом году развиваться. Я думаю, что она будет все больше и больше важность получать. На самом деле очень интересно поговорить о том, как изменилась работа с инфлюенсерами вообще из-за всей повестки, да, потому что, ну, во-первых, у нас уменьшилось количество доступных просто вот на расстоянии вытянутой руки людей, да, с которыми можно посотрудничать даже в плане, не знаю, там, предоставления луков от брендов, да, если мы говорим о фэшн и так далее. Потом появились новые лица, появились админы телеграм-каналов, которые стали и новой светской хроникой, и новыми экспертами, да, и новыми инфлюенсерами. Какие вы еще отмечаете вот такие изменения? Может, у вас были какие-то кейсы у ваших брендов, вашей практики, прямо такие показательные для этого периода? У тебя вроде в списке были желающие, которые хотели эту тему осветить. Но я могу на самом деле чуть-чуть сказать, что я не могу сказать, что появилось какое-то сильно что-то изменилось, вот прям глобально. Просто был очень турбулентный период. Как раз мы только согласовали бюджет на 2022 год. План мероприятий, соответственно, тоже утвердили и, собственно говоря, приступили к его реализации. В том числе это касалось и пресс-рассылки. Вот. Ну, а сейчас это не просто, ну, пресс-рассылка, это сейчас уже немножко такое, да, несуществующее понятие. Ну, в общем, креативная рассылка по инфлюенсерам, да, всевозможных подарков. И, о боже, просто стало понятно, что ты не понимаешь, кому ты вообще можешь что-то отправить, подарить, насколько это вообще в принципе уместно, потому что у кого-то истерика, кто-то уехал, кто-то молчит, ну, то есть просто молчит. С одной стороны, ты понимаешь, что хочется, ну,
поддерживать взаимоотношения, ну, как бы, да уж ладно, ничего не пишите, просто вот вам... И правда очень непонятно как, то есть не будешь же звонить каждому человеку, спрашивать, как ты вообще, здоров, не здоров. А если человек истерит, ну, откровенно, там, например, да, в социальных сетях, то вообще как? И как ваши договоренности? То есть просто слиться или подождать, или вообще как быть? То есть вот этот вот период был, правда, тяжелый. То есть вообще вход в, соответственно, весенне-летний сезон был тяжелый. И точно так же без новостей не обошлось, когда мы входили в осенне-зимний сезон. Практически вот прям тоже за месяц до старта сезона повестка очень оживилась. И, конечно же, фокус внимания уж точно от модных брендов укатился совсем далеко у потребителей. То есть в этом году, конечно, было сложно в этом отношении. Просто потому что люди, и все реагируют по-разному. Каждый справляется с обстоятельствами и с информационной повесткой так, как он может. Они все могут, к сожалению, действительно справляться как-то качественно. Очень сильно переживают. Спасибо, Оля. Да, я тоже дополню. Мне кажется, вот у меня лично вообще весь этот год проходит под словом «комьюнити». Я как-то стала настолько на это внимание обращать. Хочется настолько, вот даже на личном и в плане, ну и в плане, безусловно, бренда, в котором ты работаешь, хочется себя окружать единомышленниками, потому что никакой внутреннего ресурса там на какой-то, не знаю, вербовку или, наоборот, споры или аргументы как бы нету. И вообще хочется этот вопрос абсолютно вынести за скобки и вот просто со своими, как бы, да, найти в жизни своих и успокоиться, в том числе и в отношении коммуникации тоже. И вот у нас как раз сейчас одним из таких важных акцентов стало на этот год, это именно работа с комьюнити в таком самом широком и на многих уровнях. Да. С одной стороны, у нас очень сильная комьюнити вокруг школы сформирована за 10 лет. Это и подписчики в соцсетях, и наши выпускники, и лекторы. И мы вот, наверное, для себя видим, что мы по каждому из этих направлений будем делать какой-то свой собственный экшн-план, где думать, где мы можем как бы классно скооперироваться и сделать что-то, ну, что, во-первых, будет внести какую-то в себе ценность для всех участников процесса, и, с другой стороны, как-то, в общем, даже просто это комфортно на душе окружить себя своими людьми и с ними даже вот сейчас, да, там, поговорить и так далее. И в этом плане я не могу сказать, что у нас был какой-то прям, мы там совсем пересматривали, полностью перетрясывали все программы, но вот это, наверное, то, что Оля сказала, формат уместности, наверное, стал каким-то одним из основных и KPI одновременно, и вообще вводными, да, когда ты видишь, как там люди реагируют, какие даже слова они используют и так далее. Тут может быть какой-то двусторонний процесс, и есть действительно были люди, кто полностью выпал из повестки и сказал, извините, я пока не могу, и даже давайте как бы мы не будем сейчас все поставим на паузу, и кроме как понимания никакой другой реакции быть не может, потому что, ну, тут как-то странно, да, а были люди, кто, наоборот, хотелось уже, наоборот, немножечко самим нам взять паузу и вообще понять, куда там это что придет, и в этом плане вот как раз ценность такой уместности и с точки зрения брендов, и с точки зрения контрагентов, что они вроде бы тоже это чувствуют, она, мне кажется, просто очень возросла, то есть мы даже на уровне, скажем так, ну, обращение внимания на каких-то слов по текстам, потому что вот какие-то слова я сама себя постоянно ловлю, какую-то, не знаю, раньше совершенно спокойно использовали военную тематику и так далее, когда мы говорили про наше планирование кампании и так далее. Сейчас они просто стоят поперек горла, и не очень хочется как бы транслировать. Вот, то есть даже на уровне какой-то редактуры мы тоже все это имеем в виду, и, в общем, просто хочется быть максимально уместными, корректными и какими-то вот, возвращаясь к нашему самому первому тезису, действительно быть той точкой опоры, куда люди придут, а не той точкой раздрая, где спровоцируют какие-то заново баталии, в общем, комментарии и так далее. Вот на наш взгляд, это вот какая-то будет такая основная путеводная звезда этого года в плане коммуникаций. Да, спасибо большое, соглашусь абсолютно. А давайте поговорим мы уже начали о собственном контенте брендов, да, даже, может быть, скорее сейчас не о текстовом, а о визуальном, потому что такое впечатление, что все... Ну, если мы говорим про российские бренды, то все начали производить контент и просто умножить на 10. И как вы с этим работаете, как обстоит дело с вашей компанией с этим, и, может быть, какие-то самые классные истории, о которых вы хотите рассказать? Ну, опять-таки, начну с того, что мы
Инстаграм-бренд изначально, мы начинали именно там, и, в принципе, создание контента — это был наш основной историей. И мы в июне как раз проводили большое исследование аудитории нашей целевой и получили огромную обратную связь по поводу нашего контента. Он очень вдохновляет, мотивирует девушек. Мы поняли, что мы идем в нужном направлении. У нас есть отдельный контент-отдел под это, то есть у нас есть часть команды, которая in-house работает. И, следовательно, мы просто расширили каналы дистрибуции этого контента. Мы завели свой телеграм-канал еще в марте. А сейчас мы выходим на площадке Дзен. Мы активнее стали работать в ВКонтакте, поэтому, в принципе, для нас это такое комфортное поле. А какие вот собственные социальные сети для вас сейчас самые важные? Есть одна, которая запрещена на территории Российской Федерации, она все еще большая, там у нас большое комьюнити, мы не можем бросить этих людей. Следовательно, мы активно там с ними взаимодействуем. Это, как я уже говорила, и телеграм-канал, то есть мы кросим эту аудиторию, это ВКонтакте, вот, и Дзен, ну и, естественно, это наш сайт, это email коммуникации, ну, инфлюенс-маркетинг. Мы также части и каналов, и инфлюенсерам предоставляем наш контент. А как вы используете собственный контент именно в плане пиар-коммуникации? Какие-то, как вы его завязываете с информационными поводами? Как у вас, какая периодичность? Ну, у нас на самом деле очень активная периодичность, потому что у нас много капсул выходит. В прошлом году у нас было больше 50 запусков в год. Поэтому у нас на каждую капсулу есть контент, как кампейновый, назовем так, да, так и более повседневный, который мы используем в соцсетях. Следовательно, у нас контент-отдел работает просто очень активно, и дальше, да, мы дистрибуцируем, мы отправляем так называемый пресс-пакет, назовем, да, и в диджитал-издания, и телеграм-каналы, что-то они рерайтят под себя, что-то берут наши водные, ну, то есть наши водные в любом случае, но кто-то переписывает в связи с контекстом чуть-чуть под себя. То есть за прошлый год у вас было 50 информационных поводов? Ну, чуть поменьше, но на наших площадках более 50. Впечатляет. А кто-нибудь хочет добавить что-нибудь на эту тему? Мне кажется, она очень интересная и такая важная сейчас. Если говорить про контент, то сейчас такой наметился тренд, наверное, назовем его мультиплатформенность. Да? То есть это такая наша, к сожалению, вынужденная мера, что мы присутствуем и там, где запрещено, и там, где не запрещено, и там, где не очень работает, потому что мы до конца не знаем, какой будет результат в ближайшее время. Может быть, то, что запретили сейчас ограничено, запретят совсем. Да? Поэтому нам надо быть в российских соцсетях. Мы не очень понимаем, будет ли все-таки какая-то адекватная реклама в телеге. Будет она, нет. Поэтому мы зарегистрированы ВКонтакте, потому что там есть не очень хорошо работающий, но все-таки какой-никакой таргет. Вот. Вижу, коллеги улыбаются. Да? То есть вот эта мультиплатформенность, она вынужденная. Но если учитывать, что люди у нас сейчас тоже везде зарегистрированы, поэтому везде постить одно и то же, это тоже доводить до белого коленя нашего подписчика. Поэтому очень многие бренды стараются контент разнообразить. Да? Там в Инсте больше видео, да, сторис, во ВКонтакте это маркет, это там какие-то лонгриды могут быть образовательные, да, там в Дзене, например, какие-то вещи. Телега больше все-таки новостной личный канал. Я уже сказала, что многие владельцы брендов ведут вообще от своего имени эти каналы, на себе меряют одежду, рассказывают какие-то острые хайповые штучки там, да, и это очень хорошо работает, да, и поэтому на самом деле приходится генерить контента много. И вот я могу сказать по работе СММщика, и СММщику не позавидуешь в 2022-2023 году, потому что даже имиджи мы делаем разные для разных социальных сетей, да, то есть, ну, мы вынуждены, ну, во-первых, и у каждой платформы свои особенности, да, во-вторых, и разная ЦА сидит на разных платформах, по-разному поглощает контент, поэтому, конечно, контента мы сейчас делаем много, да, он разный, но
при этом, еще раз, как кто-то из коллег сказал, мускул накачивается все больше и больше, потому что приходится генерить много. И, конечно, когда у бренда есть много инфоповодов, это здорово, да, потому что это и отвлекает, и есть о чем все время говорить, да, и не надо из себя что-то выдавливать, да, там неискренне, а все-таки искренность — это то, что ожидает сейчас наш пользователь. Поэтому инфоповоды наши все. А вот как вы думаете, стратегия 2023 года для бренда — это быть везде, быть на всех платформах, или все-таки какая-то селективность должна присутствовать? Ну, опять же, тоже надо зависеть, смотреть на ресурсы, да. Если есть ресурс быть и там, где запрещено, и в российских, да, мессенджерах и соцсетях, конечно, лучше быть везде, да. То есть вот я знаю, коллеги, они и в Инстаграме, который запрещен, и во ВКонтакте, и в Телеграме ведут каналы. Если ресурса нет, то… А, например, я знаю, что у очень многих небольших региональных брендов хорошие работающие инстаграмы, да, и они и там сидят лоялы, которые привыкли, они уже покупают, они там пишут в директ. Конечно, не нужно это бросать, нужно продолжать, но при этом на всякий случай для своей же безопасности лучше быть и продвигаться в какой-то российской сети, потому что, еще раз говорю, мы на пороховой бочке, мы до конца не знаем, что будет запрещено, что будет и как у нас развиваться, да, потому что… Вот, например, ВКонтакте действительно классная платформа, но у нее сейчас тоже свои болезни роста. Да? Она сейчас, ВКонтакте — это сейчас такая суперплатформа. Они сейчас развивают кучу разных, да, своих дополнительных подплатформ, услуг и так далее. Да, там. И поэтому вот у очень многих небольших брендов таргет сильно страдает. Да? Продвижение вот такое через амбассадоров не очень получается пока. Поэтому тестируем. Регистрируемся везде, да, креативим, смотрим, что лучше выстрелить. Ну и, конечно, в зависимости от ресурса, да. То есть, если нет ресурса быть везде, да, потому что у маленьких брендов нет такого ресурса, то смотреть на ту сеть, которая лучше работает, где сидят лоялы, которые покупают, которые привыкли, да, то есть вот их поддерживать, не терять тоже. Потому что, конечно, у нас весной у всех была паника, да, что делать, бросать Инстаграм, бежать в Телеграм, все бросили, как телегу продвигать никто не знает, да, реклама, не у всех есть средства такие, чтобы там рекламу, да, инфлюенсеры стоят дорого, да, и вот какое-то время мы все были в очень большой растерянности, сейчас как-то мы немножечко устаканились, уже есть какой-то опыт, да, на который можно опираться, уже есть какие-то, да, там, результаты, на которые можно смотреть, но, конечно, пока что мультиплатформенность просто это вынужденная мера сейчас. Да, вот у нас лично, например, одним из таких кейсов прошлого года было развитие YouTube. Мы прям увидели, у нас очень быстро органически приросли подписчики, и вообще, конечно, основной такой кейс – это вот от перформанс-маркетинга переход к бренд-маркетингу и контент-маркетингу. Мне кажется, это прошлый год весь просто это демонстрировал, потому что, ну, просто отрубили как бы практически большую часть перформанс-каналов, и на том, насколько ты попадешь в чаяние своей аудитории с контент-маркетингом, собственно, зависела и лидогенерация, да, то есть все очень сильно так или иначе привело к продажам. И как раз по YouTube мы видим, что это удивительным образом стал достаточно быстрым и лидогенерирующим каналом тоже. И мы, например, вот как раз на этот год его выделили как приоритет, один из наших основных приоритетов по приложению и денег. Но на самом деле деньги — это всегда, как бы это так цинично не звучало, вообще никогда не первый вопрос. В первую очередь вопрос ресурса, фокуса команды, потому что даже вопрос как бы как потратить, где потратить, на что потратить, все равно решает как бы люди, а их способности принимать оптимальные эффективные решения тоже как бы ограничены. Поэтому когда ты начинаешь так вот приоритизировать YouTube, вот у нас был сейчас в этом году одной из площадкой. Но с другой стороны, да, канал такой тоже не самый простой, просто, наверное, в прямолинейном каким-то более маленьким региональным компаниям, это возможность, наверное, только либо интеграция, либо вот форматы shorts. На самом деле очень многие блогеры, которые работают в YouTube, говорят, что сейчас YouTube сам достаточно сильно приоритизирует этот формат и начинает его как бы приоритизировать в выдаче, вирусить и так далее. Поэтому да, если, допустим, нет ресурсов прописывать сценарий на какие-то большие сюжеты, выпуски и так далее, да, то, что хорошо работает в YouTube. Вот то, что сейчас сам YouTube, сама площадка двигает, shorts и такая же история с ВК, мне кажется, как один из вариантов для теста тоже будет классно. Потому что, конечно, видеоконтент все равно никуда не делся, и он будет
будет только и больше, я думаю, занимать пропорционально в том, на что мы тратим свое время уже как потребители. Анна, спасибо большое. А давайте поговорим теперь про офлайн, да, потому что после ковида нам казалось, что вообще все, мы полностью в онлайне, все, мы все в диджитале, мероприятия мы никакие не проводим, потому что все равно никто не придет, потому что все боятся, а если проводим, то давайте сделаем жесткий тайминг для всех, чтобы все больше двух не собирались. А сейчас такое впечатление, что возрождение, да, опять офлайн-мероприятия, опять это становится очень важно. И такой есть тренд на очень камерные события, да, таким узким кругом соберемся. Вот как это в вашей практике, как вы это реализуете, и так ли это для вас? Может быть, у вас по-другому все? Елена? Офлайн. Чуть-чуть отключилась. На самом деле мы постепенно тестируем офлайн. Уже в регионах мы вышли с клиентскими мероприятиями для активации трафика в наших торговых точках и тестируем там разные механики, как, чем можно привлечь, кроме как того, что у нас там, не знаю, сейл или новая коллекция, да, то есть мы придумываем какие-то активации, механики, что может быть интересно клиенту, помимо самого товара, да, то есть… Тестируем сейчас такие истории и каскадируем на разные регионы. И разные регионы ведут себя чуть по-разному. Это тоже очень интересный тест. Кому что интересно, где-то пофотографироваться, где-то какая-то специальная открытка, где-то специальный там подарок. В общем, здесь можно долго креативить и получать интересную обратную связь. По Москве мы летом делали… Мы развиваемся еще в истории спортивной линейки. И в Москве мы летом делали небольшие такие очень камерные мероприятия, тренировок для инфлюенсеров. И поняли, что это интересная история. И хотим этим летом их масштабировать и делать уже вот такое, как уже не раз звучало, комьюнити, не только для инфлюенсеров, но и для наших клиентов, делать какие-то классные тренировки, забеги. В общем, мы сейчас… активно идем в эту сторону, именно офлайн штук, и они действительно работают, люди постят, говорят спасибо, поэтому офлайн жив. Это такая очень точечная коммуникация, да, как с лидерами мнений, так и с клиентами. Екатерина, а как вы думаете, почему так происходит вообще? На самом деле это такой элемент социальной психологии. Во все тяжкие времена есть тенденция объединяться в какие-то сообщества, в группы, встречи. Более того, мы еще наблюдаем такую тенденцию, что люди приходят на эти мероприятия очень красивые. То есть действительно наряжаются, причем наряжаются иногда даже гипертрофированно красиво, да. Вот, и мне кажется, что это вот какая-то такая часть психологического момента, когда действительно хочется куда-то выйти, почувствовать вот этот праздник, немножко отвлечься эмоционально, побыть в сообществе людей, которые похожи на тебя. И по нашему опыту работы с брендами очень активно приходят люди, причем самое интересное, что даже мы какие-то мероприятия проводили там 22-25 декабря, и люди приезжают красивые, едут 2 часа по пробкам, да, и не хотят расходиться, то есть, такая вот желание действительно быть в комьюнити, пообщаться, поговорить, выйти куда-то вот из этого эмоционального такого пузыря, в котором мы все оказались в 2022 году. Поэтому я считаю, что это очень классная тенденция. Ее действительно стоит использовать в 2023 году и делать на каких-то сторонних площадках и внутри собственных магазинов обязательно. Это и лояльность, это и комьюнити, о котором уже много говорили, это и возможность вот эмоционально, да, снова сблизиться с брендом. Это все то, что нужно нашим пользователям в 2023 году. Могу сказать, что меня очень потрясло, когда в конце декабря, действительно, мы даже не ожидали, что столько людей придет красивыми и будут общаться очень искренне, очень открыто. То есть вот такой есть классный опыт проведения мероприятия с брендом на Садовом кольце в районе проспекта Мира. Просто чтобы вы понимали, что туда доехать и припарковаться, и люди пришли. То есть вот реально вот эта потребность в общении очень большая сейчас. Вот у нас образовательные продукты, и как раз, мне кажется, вспоминаются все то, что
В 2020 году стали звучать такие предположения, что вообще с офлайн это премиум остался, и онлайн это будет такой продукт массовый. У нас школа уже несколько лет существует в таком гибридном формате, и мне кажется, он как раз вот доказывает его адаптивность и его вообще достаточную полезность, потому что, допустим, если образовательный процесс у тебя 3-4 месяца, то каждый день ходить как бы как на работу, просто слушать лекции, где ты сидишь, да, и ты, там бывают какие-то обстоятельства жизненные и так далее, ты совершенно спокойно можешь послушать эту лекцию в записи. Но мы всегда видим, что когда у нас какие-то прям такие мероприятия, как, например, выезд на производство, да, либо это, например, там есть у нас есть курс там «Стань контент-креатором», это конкретные воркшопы, где ты с фотографом, со стилистом, тебя учат выстраивать кадр, тебя учат снимать рилсы, и так далее. Или там это какая-то, может быть, мотивационная встреча там с собственниками бизнеса, либо с фаундерами, либо там с управленцами, то, конечно, всегда на них наблюдается большой ажиотаж. И, в общем, совершенно понятно, почему. Да? Потому что одно дело, ты сидишь и слушаешь дома лекцию про сертификацию, вот, попивая чаек, а с другой стороны, там у тебя есть возможность вживую увидеть там ту же Алису Бог, да, или какого-то человека, про которого ты видишь только в Инстаграме, у тебя есть возможность прийти, задать вопрос, или также поехать на производство и увидеть эти станки, как это все производится. То есть вообще мне кажется, что, ну как сказать, мы все не дураки, в общем, выбираем всегда все наиболее для себя лучшее. То есть как бы держаться вот за офлайн просто потому, что есть такая какая-то лекционная зала, и туда нужно ее заполнить людьми, сразу люди реагируют, да, на то, что интересно, они приходят. А то, что для них удобнее, они делают из дома, и, в общем, благо нам сейчас все возможности позволяют. И мне кажется, что это классно, и вот с точки зрения как раз комьюнити, мне кажется, это тоже показывает, что, в принципе, когда какая-то интересная концепция мероприятия, то люди сами приходят и с удовольствием, когда это просто приходите, посмотрите на вешалке коллекцию, ну, тогда ты уже про себя думаешь, да, там, ну, если уж совсем нечем заняться, свободный вечер, то можно. И, конечно, вот для брендов, мне кажется, самым главным будет успехом это, ну, выстраивание вот этой четкой такой смыслового понятия. Это даже часто может быть не привязано напрямую к продукту, но совершенно у людей не возникнет ощущения, а почему я сейчас под эгидой этого бренда, например, не знаю, читаю эту книгу или участвую в этой дискуссии, или смотрю этот фильм. Это, мне кажется, очень классно, когда ты со своей аудиторией нашел ту платформу, когда вы как-то объединили ваши интересы, ценности, донесли, и ты уже даже, может быть, не обращая непосредственно внимания на продукт, на рейл, либо там на, не знаю, поднос с какими-то украшениями, но это проходит под эгидой твоего бренда, и люди не задают вопрос, а почему? Да, им понятно. Это, конечно, как раз вот такая большая закулисная работа по выстраиванию тех самых коммуникаций и маркетинговых, что, в общем, потом уже ты понимаешь, что ты можешь прийти в бутик, действительно, там, не знаю, ну, сеанс медитации, и почему нет, да, и как-то это все можно будет сделать. И мне кажется, это очень классно. И оно одна из самых интересных, мне кажется, вот таких по отдаче, то, что можно в нашей профессии получить. Да, это такая ювелирная работа по донесению ценностей бренда до комьюнити. И я согласна, что это один из самых, ну, интересных инструментов сейчас. А давайте поговорим еще об одном интересном инструменте, да, который тоже связан с работой с комьюнити, не только своего, но еще и другого бренда, о коллаборациях, да, которые просто считаются чуть ли не главным двигателем пиар-процесса сейчас и маркетингового. А какие интересные кейсы были у вас в последнее время, и, может быть, на рынке какие-то вы классные отмечали? Может быть, Елена, вы начнете? Да, у нас есть классный кейс коллаборации. В прошлом году мы сколлаборировались с художником и фотографом Павлом Харатьяном. Это был настолько матч, не побоюсь этого слова, по видению, ценностям и визуалу, что это настолько отозвалось у аудитории, что мы, наверное, в какой-то момент даже сами не ожидали такого теплого приема. Опять-таки на запуск нашей капсулы Invisible, которую мы делали вот съемку плюс сайз, мы сделали специальную упаковку. Паша отрисовал очень красивый рисунок девушке, и мы разместили как раз на пакеты открытки, сделали на открытке специальный посыл «Тело как искусство», если я не ошибаюсь. И сделали подарочные коробки. И мы получили огромный охват и среди телеграм-каналов, и среди подписчиков. Всем очень понравилось, все выкладывали. То
есть это был очень крутой пиар-кейс, было много упоминаний, мы прям видели и классно начали продавать эту капсулу, то есть здесь без сомнения было полное попадание. И вторым этапом мы на Новый год продолжили сотрудничество, но теперь уже не в качестве рисунка, а сделали фотосессию в Париже. Взяли эти фотографии и нанесли этот паттерн также на новогоднюю упаковку и на витрины. Это тоже был такой более креативный концепт, ближе к искусству. Здесь мы, правда, столкнулись с некоторыми трудностями с торговыми центрами. Это было излишне для них креативно. Здесь пришлось поработать уже коммуникационно с ними, рассказать идеи, вообще в чем история этих всех витрин. Но аудитория тоже останавливалась. Это был яркий такой акцент в торговом центре, что большие фотографии девушек в белье висят на витринах. А что это? Что происходит? И тоже здесь получили огромный охват. И мы в следующем, точнее уже в этом году, продолжаем сотрудничество с Пашей. И весной еще с одной художницей будет коллаборация. В общем, мы погрузились в тему искусства очень активно. Да, очень классный кейс с точки зрения, в том числе того, что он реализован на 360, да, то есть это и такая пиар-история в медиа, это история вашего контента, это история витрины, да, то есть прямо со всех сторон. Да, то есть мы это и на сайт каскадировали, и в офлайн, то есть все каналы были в это задействованы. Наверное, мы со стороны, да, наблюдаем. Реально очень классный кейс, он мне тоже очень понравился. Мне очень понравился кейс «Снежной королевы» как раз и «Ламоды». Тоже его видела, и, в общем, он здоровский. Вот из тех, опять же, то, что он мне обратил внимание, и как раз, когда я говорила, да, что это когда бренд делает что-то на своей платформе, мне очень понравился кейс, по-моему, как раз был весной прошлого года, ювелирная компания «Мунка». Они сделали такие чтения, соответственно, Лихачева, письма о добре, да, по-моему, или письма о счастье они назывались, когда просто, скажем так, друзья марки читали вот эту литературу, и это был очень классный кейс, потому что он вообще был не про продукт, но изначально, да, там как бы бренд объяснил, что там ДНК Мунка очень связан с словами, с текстом, с чтением и так далее. Вот, они сейчас дальше, насколько я понимаю, тоже продолжают это делать, то есть у них там какие-то офлайн мероприятия, чтение, там была подборка каких-то книжек на Литресе и так далее. Вот это очень классно. В общем, все это смотрели, в этом году у нас десятилетие, и мы для себя тоже решили обязательно, что мы хотим сделать какую-то партнерскую программу. В общем, буду рада пообщаться и с Еленой, и с Ольгой по какой-то коллаборации. Да, это могут быть там для нас, мы тоже уже думаем, это могут быть и совместные курсы, это, может быть, могут быть какие-то стажировки, возможно, даже какие-то продукты и так далее. Потому что, конечно, тут как в истории с эко, такой хороший челлендж не делать что-то просто ради того, чтобы сделать, да, для галочки, а как-то, в общем, погрузиться и сделать продукт, который будет добавлять обе стороны. У меня, на самом деле, когда я только начинала работать в Louis Vuitton, у нас был такой Big Boss, мой европейский директор по коммуникациям в Европе. И она мне сказала тогда, она говорит, что смотри, мы в Louis Vuitton делаем такие коллаборации, при которых, если убрать Louis Vuitton, то продукта этой коллаборации, проекта не будет, он тогда теряет смысл. То есть если мы как бы убираем Louis Vuitton, а туда добавляем, не знаю, Coca-Cola, BMW или Chopard, и ничего не меняется, и проект также идет, значит, для нас это показатель, что нам там быть не надо, потому что это просто, ну, некое спонсорство тогда, оно как бы совершенно другой механизм. Поэтому если что-то делается двусторонне, то, конечно, мне кажется, очень классный челлендж — это сделать так, чтобы обе стороны вносили какие-то неоспоримые преимущества в общий проект и получали вот это энергетический эффект. И на самом деле, с точки зрения какого-то, может быть, региональных брендов, это очень здорово, когда это могут какие-то быть региональные коллаборации. Мне кажется, они очень классно могут зайти и получить очень хороший кредит доверия от аудитории. Да, это может быть, не знаю, местная кофейня, где будет какой-то, да, и где все знают, что это вот, не знаю, местный классный шоколадный пирог или яблочный пирог, и вот какой-то бренд именно сделает какое-то свое меню там на основе этого пирога. Ну, в общем, да, можно много что думать и придумывать, но когда это как-то своими корнями уходит в что-то реальное, то это здорово всегда выглядит. И аудитория всегда рада отреагировать, потому что для нее это вообще не сложно, а наоборот, в кайф.
Да, спасибо большое. Мне тоже кажется, что самые удачные коллаборации – это те, которые вот как будто бы сами просятся в жизнь. Да? Вот когда ты смотришь на эти два бренда и понимаешь, что ну вот, почему этого раньше не произошло, это просто должно было случиться. Я вот хочу тоже привести пример. Это не совсем чистый коллаб, но мне очень понравился. Яндекс.Маркет в этом году сделал коллаборацию с народными мастерицами свитера ручной работы. Не знаю, может быть, видели. И мне что понравилось, что у этого коллаба был очень классный посыл. Они рассказали и о мастерицах, и о материале, и о регионах России, откуда эти женщины. И создали модный продукт, потому что действительно там многие эти свитера купить было очень сложно. Их очень быстро расхватали, потому что они действительно красивые и модные. Да, и это был отличный инфоповод. Очень многие телеграм-каналы об этом написали, да, и многие инфлюенсеры эти свитера прикупили, потому что они действительно получились очень классные. Да, и такой вот, как бы, у всей этой истории очень добрый получился посыл, да, что и рассказали о мастерицах, и о России, и о регионах, и сделали модный продукт. Мне кажется, вот еще очень классно делать такие коллабы, у которых есть какой-то вот хороший, добрый эмоциональный посыл. Да, вот опять же, в условиях текущей нашей ситуации. Да, и это классная что-то... история для, Света, извините, что перебиваю, классная история для, регион, для регионов, потому что сейчас очень многие маркетплейсы, крупные бренды сотрудничают с региональными мастерами, мастерицами, там, ателье, небольшими брендами. То есть это может быть какая-то тоже классная, очень совместная история. Да, это вот крутой очень был кейс, такой социальный проект, даже скорее, наверное, да, все-таки, а не коллаборация. И это нас все равно возвращает к вопросу социальной ответственности брендов, да. Потому что, обладая серьезным медиаресурсом, конечно, бренд может ну, помогать просто людям не, то, ну, как бы, не только своим продуктом, но и еще какими-то дополнительными вот, историями. Что касается коллаборации, я действительно считаю, что это абсолютно потрясающий инструмент. Мы уже много лет его используем. Причем очень круто то, что можно очень по-разному на самом деле использовать этот инструмент. Например, и что самое главное, коллаборация, она позволяет в том числе и через невербальную коммуникацию доносить очень важные ценности бренда, которые просто так в каком-то таком, ну, даже в очень масштабной рекламной кампании ты можешь не донести просто. Тем более это актуально для такого бренда, как, например, «Снежная королева», потому что бренд существует все-таки 25 лет уже на сегодняшний день, и та эволюция, которую бренд претерпел за эти 25 лет, она на самом деле абсолютно неочевидна для тех людей, у которых сформировался покупательский опыт 25 лет назад. И то есть намного проще создать стереотип, чем его потом трансформировать. Вот в данном случае коллаборации как инструмент, они, конечно, абсолютно уникальны. То есть они, с одной стороны, могут позволить, например, бренду заявить о своем о высоком уровне собственной экспертизы в том сегменте, который, то есть «Снежная королева» — это уже там давно не универмаг и не мультибренд какой-то, это собственный бренд, собственная торговая марка, которая развивается активно, там, на базе вообще колоссального опыта и данных, и опыта, собственно говоря, сотрудников коммерческого департамента во всех категориях одежды. Вот. Но об этом можно сколько угодно говорить, и говорить, что вот у нас 25 лет, да вот мы вот знаем, и вот, а вот мы столько всего. А, как, ну, а когда ты создаешь, например, в рамках коллаборации с Аленой Ахмадулиной или с Рубан, да, какие-то прекрасные абсолютно вещи, причем нам, как сказать, у всех свои сложности, конечно, но в категории, там, скажем, вот в нашей категории создать дизайнерскую вещь намного сложнее, чем дизайнеру создать дизайнерскую вещь. Потому что у нас дизайнерская вещь, она должна быть не только дизайнерской, но она еще и должна стоить адекватных денег. А любой принт, перетекающий, там, например, на рукав, это уже вообще не вписывается ни в какие рамки. Ну, то есть, как бы, и вот этого очень всего много. Точно так же, ну, то есть, тут ты показываешь свою экспертизу, да, можно показывать свою социальную ответственность. Это вот та же самая наша коллаборация с La Moda Planet или там с BVŠD. У нас была тоже прекрасная коллаборация в прошлом году, когда мы делали, ну, вот с Британской высшей школы дизайна курс для студентов курса стайлинга, провели небольшое, там, дали им небольшое задание в рамках процесса обучения. Задача была создать модборд классный под определенную задачу. Причем
самое для них, наверное, сложное было, что никакой особой задачи нет и особого информационного повода нет. Мы им просто дали коллекцию. Вот что вы можете с этим сделать? Ну вот как вы это себе? Нам было это очень интересно. На самом деле выбрали 5 победителей в итоге и дали возможность студентам реализовать их как бы вот фантазию, скажем, да, их креатив с крутой там съемочной командой. То есть ну, на выходе, конечно, мы получили там контент с одной стороны, с другой стороны ребята получили опыт, потому что, в принципе, провести хорошую съемку с крутыми специалистами – это ну, вообще не дешевая совсем история, да, и далеко не каждому студенту это по плечу. То есть для них это тоже очень как бы, классная тема для портфолио. Они очень здорово проанализировали коллекцию, очень крутые образы создали, и ну, прям это было здорово. Ну, то есть, и вот таких сотрудничеств может быть сколько угодно. Бренд-дизайнер, бренд-бренд, бренд-вуз, там, ну, музей, что угодно. Самое главное, чтобы, да, конечно, все всегда должно быть уместно. То есть уместность – это ключевое слово. Адекватность ситуации, вот уместность, этичность и все-таки какой-то осознанный интеллектуальный подход к выбору партнера. И тогда это все ну, как бы сработает в обе стороны супер круто. И, конечно, ну, нужно им пользоваться. И очень важно, я считаю, небольшим брендам понимать, что для них это тоже не закрытая дверь. И я наблюдаю супер нишевые коллаборации, какие-то абсолютно крошечные, супер локальные какие-то микроскопические бренды, там, я не знаю, культурные браслетики, условно, какие-то из камушков там делают, но просто крутые, с крутой концепцией, с классной идеей. И они объединяются там с людьми, которые разделяют, скажем, их ценности, там, например, там, северную магическую традицию там, например, изучают, и вот у них там, значит, они взяли и зацепились вот по этой теме. Кто-то там духи создает, кто-то в силу камней верит, и они делают какие-то такие штуки, очень крутые. Все это стоит недорого, их продукт, он сам по себе недорогой, но они действительно, ну, то есть как бы... Это позволить себе может вообще любой бренд абсолютно. Просто нужно смотреть по сторонам широко открытыми глазами, и 100% найдется классная какая-то компания для сотрудничества. Спасибо большое, Оль. Кто-нибудь хочет что-нибудь добавить? А, коллеги, у нас время подходит к концу нашей дискуссии. Давайте резюмируем все, что мы сказали сегодня здесь. Мне кажется, было очень много классных слов сказано и мыслей. Ну, самое первое, да, это то, что давать аудитории точку опоры, да, своей коммуникации, быть тем самым той самой гаванью, где он будет чувствовать себя безопасно и чувствовать, что, ну вот, есть вот эта вот точка стабильности среди происходящей турбулентности. Вторая история – то, что в динамично меняющемся медиаландшафте и возникновении новых каких-то каналов коммуникации важно тестировать, пробовать и находить свое, потому что сейчас готовых ответов ну, ни у кого нет. Да? И самое главное – это нарабатывать свой собственный опыт. Третье – это работать в комьюнити, да, найти своих и успокоиться. Точнее, не успокоиться, а продолжать с ними коммуникацию в очень правильном ключе. И искать близкие по духу бренды, по ценностям, да, чтобы объединяться и работать с их комьюнити тоже. Что-нибудь, может быть, я что-нибудь забыла важное? Мне кажется, еще то, что действительно… Content is the king. То, что сейчас время абсолютно контента для всех площадок, разный контент, на самом деле мне очень понравилось. И в очередной раз подумала над объемом работы задач. Да, что если действительно задачи, иногда ты видишь, что один контент ты не можешь просто сразу как-то реплицировать на много площадок. Уже мы думаем омниканально, и поэтому контент тоже снимается со своей спецификой, с учетом специфики под каждую площадку. Диверсификация контента – тоже очень важный пункт. Спасибо вам большое за вашу экспертизу, за готовность ей делиться и за такую интересную дискуссию. Спасибо большое. Светлана, спасибо. Спасибо большое.